Горица. Водоем в Дмитровском районе, на котором будут проходить очередные соревнования. Третий этап Кубка Red Bug. Ловить здесь для меня одно удовольствие. Сами подумайте, есть и мелководные поливы, заливчики, подводная коса, порядочные глубины. Разноплановая рыбалка, в общем. Решился я и выбрал время съездить сюда посмотреть на любимую акваторию в преддверии соревнований, а заодно и проверить клев рыбы. Тренировку начал от дамбы, постепенно передвигался в дальний край водоема. За первые минут 15 получил один срез и небольшого окунька сантиметров 8, но это не зачет. Странно, обычно здесь на дамбе мелкого окуня всегда было предостаточно. Наконец, перебором весов и приманок ловлю одного зачетного окуня. Время уже прошло порядочно, решил перебежать в самый конец предполагаемой зоны и начать оттуда. Это мое любимое место водоема. Уровень воды в этом году очень низкий, передвигаться по берегу одно удовольствие. Как обычно, на соревнованиях клуба Red Bug акватория должна была быть разделена на две зоны. Но забегая вперед, скажу, что исходя из малого количества участников, одну из зон вырезали совсем, поэтому большую часть тренировки я ловил вне акватории будущих соревнований. Сходу ловлю здесь из-под дальнего берега хорошего полосатого, на рачка с огрузкой 4 грамма. Рыбка здесь есть, как и предполагал. Пробуем мормышку, также пара окуньков. С собой в этот день я взял два комплекта. Первый — это Эбису Голд для ловли на мормышку и самые легкие веса. И Орион для ловли на выбросе 3-4 грамм. Иду назад. По пути пролавливаю мелководную прибрежную зону и небольшие заливчики. В одном из них стайки мелкого окуня не дают проходу приманки, то и дело попадаясь на крючок. Рыба распределена локально здесь. Пока особых предпочтений в приманках не выявлено. Перемещаясь все ближе и ближе к зоне старта на углу дамбы, решаю снова проверить с другими приманками это место, дальнюю дистанцию, и нахожу локальное пятно с зачетным окунем на выбросе. Поклевки следуют на каждом забросе, 4 грамма, твистер, фиолетового цвета. Ничего сложного. Поднимаю пяток рыбок и иду дальше.
тех местах, где было море окуня, по отчету моего напарника по команде Антона, пусто. Но ловлю-то я принципиально разные с ним оснастки, чтобы найти запасной вариант в случае отказа основной темы ловли на соревнования. Наконец вымучиваю нескольких окуньков из-под деревьев на 2 грамма полярис. Но это не то, что требуется на соревнования. На поливе ставлю мормышку со слагом и начинаю буквально косить окуней с каждого заброса. Поймав 1-2, успокаиваюсь и спокойно душой еду домой. Тема действительно работает, и сбегая вперед скажу, что она позволила нам с Антоном занять командой первое место, а также добиться золота мне в личном зачете.